Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Животные против лесорубов». Так, давай посмотрим, где мы с тобой остановились и определимся, какую миссию будем проходить сегодня. Смотри, у нас здесь есть ресурсы, но есть обычная атака. А приз за ежедневку есть? Нету. К сожалению, пока нету. Ну что, давай, наверное, сюда пойдем. Я буду использовать все бонусы, которые у меня есть. Накопил я их вроде бы немало. Так, нам показывают лес. Но я думаю, с этими орлами мы справимся. Так, оставляем змею, тигра, обезьяну и крокодила. Да, в принципе, меня это устраивает. А здесь оставляем палочки плюс улей. Ну что ж, посмотрим. Так, бонусы сейчас возьмем. Ну, в принципе, ребята, может быть, убрать бургеры? Нет, оставим. Погнали. Надо было портацию взять для Коко, потому что слишком долго она перебирается. Так, вызовем тигра. Уже начинает рубить, эй! Хорош. Крокодил, на помощь. Давай. Давай, макаки, вперед. У нас есть с тобой 6 отравлялок. Улей, улей, срочно. Так, давай отравим, наверное, немножко. Так, и обезьяны, пускай идут. Слушай, ну крокодил нормально. Нормально он там наяривает. Вот они, мои любимые обезьянки. Эй! Вот тебя-то сюда только не хватало. Правильно, крокодил. Иди его за задницу кусай. Помогай нашим. Слушай-ка, а может быть даже у нас тут и получится пройти. Может быть. Я не хочу, ребят, заглазить. Хотя сложновато здесь справиться. Ты посмотри, какой наплыв идет зомбарей. Ой, зомбарей уже. Все, ребят, уже... У меня здесь уже зомби вместо лесорубов. Слишком много играем в игры про зомбарей, наверное, да? Из-за этого у меня все в голове перепуталось. Слушай, нам не хватает крокодила. Мне не хватает крокодила для того, чтобы... Смотри, там у него очень много. И стрелок, и чувак с динамитом, поэтому их нужно быстренько уничтожать. Этот уровень мы с тобой попробуем пройти идеально. Без потерь. Так, хорошо, идем. Давай улей бросим. Надо, кстати, мне подстроить кнопочки под улей и под палочки, чтобы их все время не юзать наверх туда. Не терять, так сказать, драгоценные секунды. Увидел, нажал и, как говорится, использовал сразу же, да? То вот так приходится туда постоянно кликать. Так, что у нас тут дальше? Я не могу понять одного. У меня вроде было много змей, а всего лишь одна стоит. Вот вторая подошла. Так, там опять, видимо, нам мешает лесоруб, да? Слушай, а крокодил-то до сих пор жив. Жив и кусает их всех. И это круто. Давай, улей. Улей надо будет прокачивать. Вот посмотри, он очень неплохо наносит урон. На самом деле, поэтому... Вещи стоящие. Давай, тигры, наверное, еще позовем. Так, бургер. Прокачаем базу. Давай, давай, родные мои. Вжариваем, вжариваем. Так, у меня очень мало макак осталось. Дело в том, что они стоят рядом с машиной. Машина начинает их атаковать. Вот в чем проблема-то вся. Так, Коко, можешь вот сюда встать, чтобы собирать все бананы, которые там появляются? Ох, сколько еды нам выпало, прикинь. Я еще базу прокачаю, еще вызову одну змею. И, конечно же, макак. Слушай, почему-то у меня вот здесь вот животные в разы круче. Но это, видимо, из-за бонусов, которые мы с тобой активировали. Так бы они давным-давно уже бы тут отдуплились. Ох, смотри, какая шайка крокодилов. Слушай, мы с тобой сейчас разбираем машину и, в принципе, все, победа за нами. Прекрасно. Хотелось бы посмотреть, за какой бонус мы с тобой здесь воевали. Ну-ка. Что тут у нас? Опа! Друзья, это что-то новенькое. Так. Это пойло предназначено для лесорубов. После того, как они его выпивают. А что с ним случается? То ли их отравляет, то ли они
становится... А, у них появляется аллергическая реакция. То есть, ребят, я не знаю, как это будет проявляться. Наверное, они будут очень плохо себя чувствовать, скорее всего. Дамажит до 4 противников. Блин, ну давай посмотрим. Давай посмотрим, я не против. Блин, вот было бы прикольно, если бы мне досталось 30 листочков. Ай-яй-яй, ну ладно, арбуз тоже неплохо. 2 арбуза в общем количестве. Ну что, друзья мои, мы с вами двигаемся дальше. Хотелось бы получить вот эту пуму. Кстати, у нас новое достижение, и мы с тобой сейчас приумножим нашу награду. С удовольствием. Угу, получается сколько у нас? 12 листочков и 2 ядовитых гриба. Отлично. Ну что, я думаю, в самое время проверить, что же это за бутылочка с лекарством у нас получено. Так, надо определиться с боевкой. Наверное, пойдем с тобой вниз вот сюда. Там уже куда-то мы в горы поперли. Давай вот сюда вот пойдем. Ай-яй-яй, надо было прокачать еще эту бутылку. Блин. Ну ладно, если что, первый блин комом, как всегда. Противников новых. Подожди, у нас вот этого не было. По крайней мере, он появлялся у нас только в режиме выживания. Теперь он уже и здесь появился, да? То есть это какой-то лесоруб-ковбой. А вот она и бутылка. Блин, ну как же я хочу, ребята, открыть слот, а? Ну не хватает вот мне и все. Вместо улья или вместо палочек? Давай вместо улья пока посмотрим, что вообще оно из себя представляет. Так, оставляем все как есть. Побежали, Куко. Опять забыл портацию взять для нее, а? Так, вызовем крокодила. Пускай он там потихонечку начинает их пока мурыжить. Ну-ка. Секунду, я не понял. Погоди. В чем прикол? Я бутылочку, ребята, использовал, а... Она на кого? На Коко, что ли? А-а-а, вот оно что, друзья мои. У меня Коко становится вон, как бы... Сильный, что ли, я так могу понимать. Да ну, Коко, уйди. Какая же тут аллергия, она вообще ничего не может делать, ребят. Понимаешь, вот она становится вот такой вот сильной. И перестает даже бросать свои кокосы. Да, это невыгодно. Это, друзья мои, невыгодно. Ну, если бы я знал заранее, конечно бы я не брал бы. А тут, скорее всего, мне дерево спилят. Да, друзья мои, спилили дерево. В общем, лопухнулся я по полной программе. С выбором вот этой бутылки, никчемной, как я считаю. Слушай, меня вот этот ковбой раздражает. Вот, серьезно тебе говорю, посмотри на него. Он очень сильно дамажит. Очень сильно дамажит. А там еще враги мешаются. Блин, все-таки хочется проверить, что она делает, а? Нет, Коко, мы тогда играемся с тобой. От тебя толку никакого здесь. Ты бьешь и тут же проигрываешь. Тут же проигрывает она. То есть еще одно дерево мы с тобой сейчас потеряем. Хотя волн здесь не так уж и много. Был бы улей, все было бы по-другому. Ну что же, ну лопухнулся. Зато теперь знаю, что... Это полная ерунда. Понимаешь, полная ерунда. Ну, здесь мы отобьемся с тобой. Как-нибудь уж попробуем. Улей, конечно же, намного больше наносит урона и лучше, и эффективнее. Но я почему-то думал, что эта бутылочка будет отравлять... Вот этих вот. А оказывается, реакция у Коко проявляется плохая. И он типа становится сильным или еще что-то в этом роде. Но я так понял, сила эта не особо нужна нам. Да, лопухнулся, конечно. А самое обидное, что я еще бонусы здесь профукал. Понимаешь?
Да-да, бонусы. Мы с тобой, кстати, вот можем вместо бамбуковых палочек брать, например, кокосы. Помнишь, как раньше они брали кокосы и кидали? В принципе, тоже есть смысл прокачивать. Но это уже будет дальняя атака. Так, сейчас мы с тобой машину эту уничтожим. И поменяю я эту бутылку. Ну, это фигня полная. Я очень расстроен. И этот, соответственно, уровень мы с тобой проходим, наверное, на одну звезду. Ну, максимум две. Нет, на одну все-таки. Ну, давайте мне перчик. О, тоже пойдет. 20 листиков, окей. Короче, меняем с тобой, да? Эту бутылку. Опа, еще ресурсы. Я с удовольствием пойду и получу этот ресурс. Ох, елки-палки, друзья мои, смотрите, ниндзи с какими-то пилами, видимо, отравленные, потому что у них на пилах яд. О-оу. Так, убираем эту бутылку, кедрени фени. Ну что, будем юзать с тобой все здесь. Скиллы. Погнали, Коко. Ой-ой-ой, назад. Так, куда ты бросил, господи? Ну, Коко, ну куда ты бросил? Блин, тут еще и здоровые лесорубы. Ой-ой-ой-ой. Давай отравление повесим. Так. Пока вроде бы неплохо. Это пока. Правильно, крокодильчик, так его. Давай, кусай. Блин, они убили его. Они убили моего крокодильчика, ребята. Я знаю, что победа будет у нас в том случае, если у нас будет много крокодилов с тобой. И ребят с палочками. Так, срочно, срочно, срочно еще одного крокодила нужно позвать. Так, а там у нас разборки. Слушай, ну два крокодила, в принципе, неплохо справляются. Вот этого надо еще уничтожить. Так, тут еще и медик пошел. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не подходить. Да где же мое подкрепление? Оно там, наверное, дралось с этими, да? Давай отравим. Пока есть возможность отравить. Да куда ты бросаешь-то, Куку? Ну ты меня бесишь вот в этом плане. Зачем ты туда бросаешь? Меня никого нету, блин. Объясни мне. Ну чудит-то, а, по черноку. Три крокодила побежало туда на разборке. Окей. Хильнем, хильнем наших ребят. Это еще нету ниндзя. Я не вижу, ребята, тут ниндзя должны быть эти с ядовитыми пилами. Где они? Что-то я их как-то не наблюдаю тут. Они ведь были показаны, да? А где? У меня что, ни одного крокодила там нету, что ли? Ну понятно. Давай тоже их отравим. Они травят наших, смотри, и мы их будем тоже отравлять. Ой-ой-ой, ты посмотри, какая там заваруха. Почему мои обезьяны оглушенные? Вот объясни мне. Кто их встан? Вот сейчас обезьяна, точнее змея в стане была. Все, я, кажется, понял. Это ниндзи. Ребята, они где-то здесь, но я их почему-то не вижу. Это они ведь отравляют моих животных. Может быть, они скрытные? А? Да нет, мы их видели как-то, помнишь? На режиме выживания они были. Их было видно. Так, давай палочек, наверное, бамбуковых дадим немножко. Слушай, ну тут нормально. Нормально мы их прижучили, посмотри. Сейчас будет победа за нами. Так, еще одного крокодила позовем с тобой. Жалко, что кончились у нас бургеры. То есть я не смогу, ребята, дополнительную еду получать. Но зато получаем ресурс. Так, окей. Покажите мне, пожалуйста, что тут. Ну, блин, ну вот ради этого. Так, ну-ка. Ладно. 12 листочков в совокупности. Ладно. Сколько вообще у нас листиков уже, а? Накопилось. Можно мне посмотреть? Апгрейд. 286. Так, у нас есть возможность прокачать крокодила. Наших мартышек.
Тигра. Может, мартышек, а? Или палочки вот эти вот. Давай, короче, сделаем с тобой так. Ага, в любом случае у меня уже не хватит на прокачку палочек. Я вас понял прекрасно. Ну что, тогда мы двигаемся с тобой. Кстати, а вот это тут у нас проходящий, да, получается, уровень. Давай тогда, наверное, его и пройдем. Ну, попытаемся. Единственное, что я тебе говорю, у меня закончилась доп. Еда. То есть у нас не будет дополнительных... Ага, дополнительных бургеров. Пока вот это я все оставлю. И это плохо. Можно взять, конечно, за 40, но... Не знаю, ребят, наверное, не будем. Погнали. Коко наяривает. И мы приступаем. Прокачиваем базу, вызываем крокодила сразу же. Так, вон, почти, ребята, уже уничтожили мы с тобой охотника этого. Быстро крокодил, кстати, уничтожает. Надо будет его прокачать. Мне он нравится, с каждым разом все больше и больше. Да-да, именно крокодил. Эй, крокодил, куда пошел? Куда же ты меня покинул, а? Ну вот, вот, начинается опять, ребят. А, у нас с тобой здесь хил закончился. Вот оно что. Мы с тобой теперь не сможем залечить наших обезьянок. Будем биться здесь не на жизнь, а на смерть. И выпадать нам будет только мясо здесь. Бургеры закончились, как говорится, да? Так, давай тигра, наверное, с тобой хотя бы одного позовем. Для поддержания штанов. Так, следующая волна, да, бежит на меня? Мы еще с первой-то не закончили. О, там кто-то появился, ребят. Там кто-то появился. Коко, давай мы с тобой быстренько пробежимся, соберем вот эти вот бананы. Тем более, время здесь не так много тратится на это все дело. Ну-ка. Давай. Отбиваемся. Так, желуди, все это собираем. Мясо, желуди. Все это нам пригодится очень сильно. Крокодил еще живет, да? Давай змею позовем к нам на помощь. Так, у нас уже пришла одна змея. Палочки бамбуковые пока есть. Ну вот зачем они, еще раз повторяю, ребят, бегут именно туда? Вот неужели нельзя как-то сделать ограничение, чтобы они не бежали туда? Вот это меня вот немножко подбешивает просто. Понимаешь, что они бегут. Так, мы с тобой здесь соберем всякие вкусняшки. Так, отбиваемся. Да чтоб тебе, опять там кто-то появился, а? Крокодилы, вы куда? Хотя, в принципе, нормуль. Они сейчас помогут мне уничтожить вот здесь вот. Да-да-да, вот именно этих чудиков. Кинем здесь палочки на всякий случай. Так, прокачаем базенку. Чтобы они уже шли с палками, ты понимаешь, да? Почему это все сделано? Так, они в рукопашку там дерутся, а с палочками будут намного эффективнее драться. Давай, сделаем вот так. Слушай, мне кажется, победа здесь будет за нами. Причем безоговорочная победа, хотя подожди. Вот, молодцы. Так, макаки, вам надо сюда скинуть палочек на всякий случай. Давай. Бегут орлы. Красавцы вы мои. О, сколько здесь мяса, сколько здесь вкусняшек, еды. Слушай, да, мы с тобой этот уровень пройдем. Причем идеально. Ну что, остается уничтожить машину. В общем, в следующий раз я хочу прокачать, наверное, наши бамбуковые палочки. Ух, как круто. Покажите мне, пожалуйста. Вот, хотелось бы двойной гамбургер. Ну вот, совсем другое дело. 4 гамбургера у нас с тобой есть. И они нам пригодятся. Ага, у нас вот сюда идет дорожка. Сегодня вечером, наверное, друзья мои, на втором канале будет стрим по игре Руги Герои. Кто не знает, что это за игра, может зайти и посмотреть. Так что всех жду. А время где-то, наверное, будет в часиков 8, в 9. Вот в такое время. Ну что же,
Давай тогда пойдем с тобой сюда. Пойдем с тобой сюда и попробуем. Попробуем здесь отбиться. Так, ну что, в принципе, ковбой, это все для нас ерунда. Твою ж налево, я забыл палочки прокачать. А у меня бы не хватило. Давай вот так вот сделаем. Ну что, Коко, погнали. Так, давай мы, наверное, сюда с тобой бросим палочки, чтобы обезьянки уже у нас подходили сюда при полном обмундировании, да? Вот не хватает мне, знаешь, чего еще? Арбузиков. Да, арбузиков не хватает. Так, пойдем с тобой еще прогуляемся. Подберем эти бананы. Вызовем крокодила. И, конечно же, макаки. Пускай идут. Крокодил, давай, выходи. Нам здесь нужно много крокодилов, потому что здесь уже будут и стрелки. И это, кстати, одно единственное животное, которое может атаковать сзади. Больше никто не может. Так, крокодилы пошли. Они мне помогут там справиться. А где они? Вот они, эти лесорубы. Так, давай-ка палочки сюда скинем, чтобы поэффективнее шел бой. Так, крокодилушка, давай выходи. Тигра позовем. Опять же макаку. И еще одного крокодила. Ага, еще одного, у меня уже нет крокодилов. Они убили его. Давай тогда вызывать. Так, что у нас тут? Гамбургеры, желуди. Прекрасно, еще одного крокодила вызываем. И хочу прокачать немножко себе набор еды. Давай, 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 быстрее. 140 можно, все, сделал. Да что же вы так долго с этим хламоном-то телепунькаетесь-то? Это хорошо, пока нет машин. О, как только появятся опять эти машины, которые лес валят. Но с ними, конечно, тяжело справляться, согласись. Так, бомбим. Давай, бросим туда. Так, тигр бежит. Крокодила опять нету, да? Опять крокодила завалили. Сейчас попробуем призвать. Давай, крокодилушка, бомби. Вон, ковбой этого, правильно, так и надо было. За задницу его укуси. Еще одного крокодила вызываем. Так, что у нас тут? Змея. Ай-яй-яй. Коко, вот куда ты спустился? Ты мне объясни, зачем ты это делаешь? Я не понимаю вот этих вот твоих штук. Так, забираем здесь еду, которую сбросили. Ага. Так, надо палки сюда сбросить, ребят. И что происходит? Ох, сколько здесь всего вкусного. И опять крокодилов нету. Да что ж вы их солите, что ли, я не могу понять. Куда вы их деваете-то мне? А, они победили и прошли. Все, что я на них ору-то. Они справились со своей работой и, конечно же, уходят. Так и надо, правильно. А я, не разобравшись, уже начинаю тут на них ругаться. Ох ты, жук, ты посмотри, куда он вышел. Ну ничего себе. Молодец. Прямо возле нашей базы. Совсем нюх потеряли. Совсем, ты понимаешь? О, сколько здесь всего. А, кстати, я тебе скажу следующее. Мы с тобой всех здесь подбили. И сейчас просто нужно разобрать машину. Что я сделаю с превеликим удовольствием. Давай, давай, есть. Прекрасно. И что у нас тут достанется? Покажите мне, пожалуйста. Опачки, друзья мои, какой-то бобер. Мистер Бивер. Так, мне хочется его проюзать, ребят. Так, здесь я соглашусь либо на листочки, либо на арбуз. Во, 12, окей. 12 листочков, да? Значит, теперь мы можем с тобой прокачать бамбуковые палочки. И
Я получил новое достижение. Ага, за бобра. Значит, мы с тобой еще увеличиваем нашу награду. Солидно. Кстати, вот он, этот бобер. Находится в кубке. Так, ну, естественно, мы с тобой возьмем его, протестим. Только вот куда идти? Сюда, что ли? Или сюда? Давай вниз пойдем. Покажите мне, пожалуйста, противников, которые будут против меня сегодня выступать. Ох, елки-то палки. Команду оставляю прежнюю, а вот здесь... Надеюсь, бобер, ты будешь лучше. Надеюсь. Не уверен, но хотелось бы верить мне. Блин, опять он не прокачанный у меня. Ай-яй-яй, тут у нас с тобой часы кончились. Закончились часики. Ну что, посмотрим, что делает бобер. Это что сейчас было? Друзья, это что было сейчас? Я не могу понять. Бобер на чьей стороне? Я не пойму. Он что? Что за себе возомнил? Так, сейчас я еще разок вызову, я не врубился. Он взял и уничтожил дерево. Но зачем? Зачем он это делает, ребят? Я не пойму. Зачем бобер съедает наши деревья? Зашибись, я вообще-то думал, что он мне поможет, а он мне, наоборот, вредит. Ай, да. Значит, пока, ребята, самое оптимальное для меня — это все-таки улей. Улей и бамбуковые палочки. Все. Бобер, как всегда, меня подводит. Что бобер, что... Видишь? Ты видел, ниндзя откуда взялся? Вообще из ниоткуда, просто хоп, появился, и все, ребята. Ты зашибись. Да. Вот тебе ниндзя. Да, действительно, он, ребята, отравляет наш народ. Бедный крокодильчик, уничтожили его. Враги эти никчемные. Давай, кусай его, правильно, так его. Тут со взрывчаткой охламон. Блин, так хочется бросить улей, но у меня его нету. Берите палочки бамбуковые. Конечно же, про них тут не стоит забывать. Видишь, еды стало мало выпадать, и поэтому тяжело, ребят. А этот с револьверами, я смотрю, он очень сильно бомбит именно по моим крокодилам. Блин, вот нету теперь у меня этого, да? И плохо. Ой-ой-ой, еще один охламон там спускается с неба. Так, Коко, давай-ка мы с тобой, наверное, прогуляемся здесь. Соберем бананы. Ой, ну да, бананы. И вызовем подмогу. Ой. Да, три дерева мы сами взяли и уничтожили их. Зачем? Не понимаю. Там опять разборка, да, у нас идет на заднем фоне. Я слышу звуки. Звуки разборок, ребята. Давай-ка мы, наверное, вызовем. Палочки нужно кинуть сюда. Палочки нужно скинуть, но их у меня почему-то нету. По непонятным причинам они у меня типа кончились, да? О, еды целая куча. Коко, залезь ты на дерево обратно. Так, крокодила не хватает. Опять. Да, быстро они, конечно, их уделывают. Поэтому надо постоянно за этим делом смотреть, ребят. Постоянно. Так, крокодил. Один крокодил, это мало. Надо больше. Надо в разы больше. Ты посмотри, уже пришел сюда. Так, палочки держи. Разбирайтесь с этим охламоном. Так, а я здесь вот наберу еды и вызову еще крокодила. Все-таки действительно нужно прокачивать крокодильчика нашего. Он очень хороший дамагер. Так, тихо, ты посмотри. Ого. Насколько он силен, ты посмотри. Этот ниндзя с пилой. Что там ногами что-то брыкает. Еще ногами что-то там брыкает. Так, палочки бамбуковые берите, берите.
Так, это последние, ребята, бойцы, я так понимаю, да, у нас невидимого фронта. Мы с тобой сейчас быстренько сбегаем. Заберем здесь. Давай вызовем еще одну мартышку. И крокодила, конечно же. А ну-ка. Так, погоди, погоди, погоди. Палочки. Одни змеи издалека просто заплевывают вражин. Молодцы, красавы. Так, здесь тоже забрали. Ну что, теперь ломаем машину. Заплевываем и ломаем ее. Прекрасно. Да, но так как мы с тобой деревья поуничтожаем. В плане. А, бобер делает следующее. Он срубает это дерево, и дерево, по-моему, падает на лесорубов и причиняет им урон. По-моему, так. Другого варианта у меня нету, ребята. Так, ну что? Ну, неплохо. 20 листиков. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, куда у нас тут. Ага. Вот оно, кенгуру. Скорее всего, надеюсь, мы его получим, если пройдем, наверное, еще 2 уровня. А на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.